Сегодня мы поговорим про недвижимость в Берлине. Она продолжает расти со скоростью от 5 до 15% в год в зависимости от квартала города и, собственно, качества объекта недвижимости. Но это никоим образом не пузырь. Речь идет о процессе коррекции. Дело в том, что недвижимость в Берлине до сих пор отстает от цен на недвижимость в таких немецких городах, как Гамбург, Франкфурт, Мюнхен или Дюссельдорф, и от таких европейских столиц, как Лондон или Париж. Сегодня цены на недвижимость в Берлине начинаются от примерно 1500 евро за квадратный метр и заканчиваются 7-8, а то и 10-11 тысячами за квадратный метр. Цены на съем сегодня начинаются от примерно 6 евро за квадратный метр и заканчиваются 12-13 евро за квадратный метр. Оставайтесь с нами. С вами был Сергей Черняк из Берлином Иммобилием. До свидания.